Вот 8 распространенных ошибок в намазе, которые нам следует прекратить делать немедленно. Первое. Молиться слишком быстро. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, велел нам молиться так, чтобы мы чувствовали успокоение в каждом аспекте намаза. Второе. Множество лишних движений. Большинство ученых единогласны в том, что множество лишних движений нарушает молитву. И также такие движения, без сомнения, снижают спокойствие и сосредоточенность в молитве. Третье. Опережение имама. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил нас, что нужно следовать за имамом. Делать поясной поклон после него и земной поклон после него. Четвертое. Неправильный земной поклон. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил нас в земном поклоне опираться на 7 точек. Голова, 2 руки, 2 колена и 2 стопы. К сожалению, многие из нас, когда поднимают ноги в суджуде, делают это неправильно. Пятое. Распростирание предплечий по полу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил нам не делать так. Шестое. Не прикрывать аурат. Некоторые из нас, по незнанию, открывают аурат в земном поклоне, так что нам нужно быть очень осторожными. Седьмое. Пропуск такбиратуль-ихрам. Один из столпов намаза – это сделать такбиратуль-ихрам в кияме, то есть сказать «Аллаху Акбар» и стоять в начале молитвы. Многие из нас, когда опаздывают на молитву, забывают это сделать и сразу становятся в положении, в котором стоит имам. Важно сначала стоя сказать «Аллаху Акбар» до того, как перейдете в положение, в котором стоит имам. Восьмое. Смотреть по сторонам. Во время молитвы желательно смотреть на место земного поклона, а не по сторонам. Пусть Аллах Субханаху Ва Тааля сделает нас из тех, кто стремится, чтобы их молитва была совершенной.